севере уже наблюдаются тучи или облака, так сказать, не знаю. Как называются облака, тоже не могу сказать. Но небо уже подернуто. Подернуто. Начинают появляться типа туч. По телефону позвонили, сказали, что в Москве идет дождь, гроза. Вот мы сейчас на границе до Владимира, примерно 50 минут. Я постараюсь видео не выключать. Есть ли смысл снимать дальше? Ничего не видно. Наверное, видно облака сейчас, или тучи, как их назвать, правильно не знаю.
облаках наблюдаю вспышки молнии. Если деревья не закроют, то можно увидеть разряды молнии. Были, не знаю, на видео будет это видно или нет, в тучах. Опять деревья закрыли. Вот так.
периодом в несколько минут. Извините. С периодом в несколько минут разряды. Лесополоса закрывает небо. До нижнего где-то 35-38 минут. Заметно более всполохи и не очень яркие. Все сильнее начинаются эти разряды, все чаще мне видно. Деревья закрыли, сейчас разряд сильный. Край грозового фронта на видео, к сожалению, не видно. Вот они, разряды. Постоянно. Ого, не знаешь, куда смотреть даже. Это да. Постоянные разряды.
постоянные всполохи, но, к сожалению, на видео этого не видно.
Приехали. Это Владимир. А то и да. Вокзал. Василий. На той стороне? Вот вокзал. Здесь вокзал. Вот он. Василий. Василий где? Григорий. Все. Владимир, съемку останавливаю. А что у него написано?